Продукция на стенде нашем продолжает меняться. Сегодня на World Food мы продолжаем общаться с производителями, и Насибе сейчас расскажет о новой продукции. Здравствуйте, Вадим. Это я, Насибе, с Халатлар, компания с Турции. Мы пришли поступать в World Food с нашим брендом Bumble для детские подгузники, доктор патентом для подгузники для взрослых. Мы выступаем в Турцию, у нас своя фабрика есть там. Уже 8 лет в этом секторе работаем. Скажите, за 8 лет, наверное, у продукции есть какие-то успехи? Да, уже 8 лет мы в Узбекистане и больше 55 города мы. И с Bumble в Узбекистане именно мы 4-й самый лучший бренд для подгузники для детей. И у нас есть 5 вариантов для влажных салфетках. Они тоже специально в Африке много продаются. И, как сказать, они из самых первых бренд в Африке для влажных салфетках. Отлично. А скажите, пожалуйста, тогда о вашей географии. Где вы еще распространяетесь? Вот я услышал Африку, я услышал Узбекистан. Да, а где еще? Еще в Казахстане, в Кыргызстане. Сейчас начали в Дагестан. И в Европе начали во Францию, в Грузия. И вот. И сейчас начали тоже отправить только влажные салфетки в США. Здорово. Но от выставки, я так понимаю, тоже ждете какого-то расширения по географии? Да, мы хотим тоже быть в России, найти себе партнеры в России для и подгузники для взрослых, и для детей. Спасибо большое. Надеюсь, что у вас все получится. Желаю удачи на выставке. Спасибо большое.